Я даже не помню, когда это действительно. Это может конец даже марта, ну, с началом Великого Поста. Началось наше голодание. Подготовка была еще до этого где-то, ну, за полгода, может. Это просто правильное сбалансированное питание. За месяц было уже такое состояние предвкушение вот этого испытания. Это новое для меня было испытание, потому что я решил проголодать 40 дней или там 42 дня, но из них максимальное количество дней на сухую, без воды. То есть я планировал так, где-то 21 день на сухую и 21 на воде, в общей сложности на сухую.
Решил я голодать впервые после 93-го года, когда я голодал 54 дня, когда в один момент меня там осенило, и я понял, что несмотря на то, что я страшный гурман, люблю покушать там разные национальные блюда, тут просто меня так прижали к стенке какие-то внутренние силы выбора, и я тогда решил проголодать 54 дня. Почему-то вот так, как бы, несмотря на то, что 40 дней, как бы, в принципе, достаточно, чтобы организм полностью очистился в плане тонких тел. Но вот 54 дня, вот этот срок, он пришел как-то спонтанно, но вот эта цифра меня вначале убила, но потом я понял, что раз пришло такое число, то Надо зачеркнуть. то это неспроста. И, естественно, так как я сказал, что типа меня прижали к стенке, как тогда и сейчас, это не так, потому что у нас всегда есть, у людей есть выбор. То есть идти или по пути света, или по пути тьмы, если так философствовать. Вот. И впервые после того 54-дневного голодания, там, если интересно, я там расскажу вкратце и о том голодании. Прошел уже срок больше, ну, считайте, 12 лет. Я понял, что пора проголодать, ну, хотя бы 40 дней на Великий пост. И решил голодать еще с друзьями со своими, с командой Equites, с Сашей, с Андрюхой. Подключить тоже побольше людей, тех, которые меня знали, которых я знал, и к судьбе тех людей я как бы неравнодушен. Ну, с тем, чтобы, во-первых, когда объединяются такие энергетические субстанции, можно так назвать, в единую такую мыслеформу, то это намного сильнее, намного весомее результат. Ну и так как с теми ребятами, с которыми я решил поголодать, мы единомышленники, у нас единые цели, то ни для кого не секрет, что после такого длительного голодания, после очищения, сбываются, можно сказать, мечты, материализуются желания, если они исходят из глубины души и от чистого сердца. Поэтому это голодание, можно было, можно так сказать, приурочено чисто к, ну, таким благородным, на мой взгляд, целям. Андрей. И когда мы... Помочь и себе и друзьям, добыть из себя самое светлое и сделать так, чтобы это реализовалось. Да. Ну, допустим, наша такая была цель через голодание, ну, во-первых, почистить свои грехи там через молитву, через путь страдания, потому что все те, кто собрался со мной голодать, они тоже страшные гурманы, путешественники. И в путешествиях там по Африке, там... Стараются попробовать все, Да. что можно попробовать. Самые из тех местных блюд самые изысканные, да. Да, поэтому вот как бы я очень был рад, что все так восприняли это дело очень серьезно, на ура. И Воодушевлением. да, и где-то за 2 месяца до того, как мы решили голодать на Великий пост, раздался звонок с Испании. Это мой очень хороший друг, Роберт, зовут его. Украинский иммигрант. Такой, ну, выдающийся бизнесмен. И предложил, говорит: «Голтис, ты ж когда-то голодал там 54 дня. Типа, вот такая появилась идея классная. Вот, донести вот эту информацию к людям, потому что еще таких фильмов как бы не было, информативных, о том, что... Не было фильмов, и никто еще не голодал в таком составе. То есть в сухую и потом еще до максимума практически. Ну да, то есть это голодание было не то, что как бы там рекорд, там типа вот я там Побоюсь такой, книгу сякой, рекордов Гиннесса. да, это ни в коей мере, ну как бы...
хотелось прежде всего донести действительно эту информацию к людям, что человек может спокойно обойтись без воды, там, ну, 10 дней, 12 дней, и без пищи это 40 дней. Мне это очень понравилась идея, я воспринял ее, Идея была отснять это все на видео. Да. Сделать фильм, да? Да, сделать об этом фильм. Полноценный хороший фильм, да? Да, полноценный хороший фильм, чтобы люди получили настоящую информацию. Потому что, естественно, есть очень много книг там о голодании, там Поля Брега, там Шелл, там, ну и так далее. Но, как бы, многие читали. Ведь вот во многих случаях люди погибают от голода не потому, что они погибают от голода, а потому что они считают, что они обязаны погибнуть от голода. Вот. И если эта информация появится вот доступна людям, что совершенно не обязательно погибать от голода, если нечего есть, это может спасти просто многие жизни. Да, совершенно верно. Вот как раз я подумал... Пока стоп, да? Значит, как я уже сказал, после этого звонка во мне что-то так вот перемкнуло, потому что я решил голодать в Крыму, то есть в родном Крыму, в своей стихии, на родной земле, и тем более там есть очень такие, можно сказать, сильные места, которые бы во время голодания подзаряжали. Там, это купание в море, это пить родниковую воду из целебного источника возле монастыря, там, ходить по земле. Ну, как бы мне этого очень хотелось, этого хотела каждая моя клеточка. И когда пришло такое как бы решение, там, голодать или здесь, или в Испании. Но в Испании сказали, что предоставят все условия, все возможности, снимут ради этого виллу. Там, или на побережье океана, или в горах. Где, да, где скажу, это уже как бы, да, на мое усмотрение. Я понял, что мне придется как бы оставить ребят здесь голодать. Тем более Саша уже голодал 30 дней на воде. А самому ехать в Испанию и там организовать тоже съемочный процесс, там людей, которые бы... То есть не только я буду голодать, но там еще один. Слава из Украины зовут парня. Он тоже живет в Испании? Да, он живет в Испании. Живет в Испании 7 лет. И поехал в Испанию. До этого месяц, до голодания сидел... Ну, на правильном питании, только фрукты, овощи. Парная русская баня, специальные дыхательные упражнения, физические упражнения, которые бы расшлакировали межклеточное пространство и подготовили организм к более быстрому очищению. Потому что понятно, что чем быстрее очистится физическое тело, тем скорее начнутся процесс очищения тонких тел и повышение вибрационного уровня клеток в тонких телах. Вот. И так как мое первое голодание в 93-м году, я вообще голодал в квартире, то есть, ну, изредка выходил как такая вот тень в лес подзарядиться к деревьям, ночью выходил, чтобы люди меня не видели, чтобы не пугались этого образа истощенного, исхудавшего. То есть это, я тогда выглядел как смертник. То тут уже в Испании мне предложили такие феноменальные условия. То есть ты будешь выбирать место для голодания. Ну и все, что скажешь. Там. Любые фрукты, любые соки, любые, все, что нужно. Да, все, что нужно. Родниковая вода. О, а как с родниковой, как с родной крымской родниковой водой в Испании? Ну, я, конечно, я вам, ребята, скажу, что испанская вода, это не наша родная вода. Да? Даже
Вот мы пили воду там, это я попозже расскажу, но пили воду из высокогорных источников, из ледников. И ну вот по ощущениям, по вкусу, особенно когда уже проголодал 20 дней, тогда ощущение усиливается, вкусовые качества, то вот наша карпатская вода, там крымская вода, это ну, большая разница. То есть она намного мощнее, сильнее, целительнее наша вода. Так вот, приезжаю я в Испанию, там, конечно, все, Робик встретил, вся уже команда англичан из BBC, был приглашен режиссер. А снимал Discovery? Снимали ребята из BBC. Да. Ну и английская компания Blue Sky. А фирма, которая пригласила, то есть фирма Робика, это Majestic TV. Он в свое время закупил канал, выкупил канал, целый канал, и назвал ее Majestic. То есть цель ихнего канала — это продавать такие вот дома, там виллы. Но так как сам Робик, он человек духовный, высокодуховный, он решил делать какие-то такие нравственные передачи, и одна из первых таких ласточек — это вот передача о голодании. Было для выбора найдено три места для голодания, три виллы. Но когда я заехал в первое место, это вилла в горах, двухэтажная старинная вилла, сделанная под старину, кругом роскошный сад, цветы, деревья, тем более весна, все цветет, все пахнет. И как я только уже въезжал в горы по такой, по старинной дороге, в старинный город Ронда, и мы свернули в этот цветущий сад, я понял, что это место уже как бы мне нравится. Определено. Да, и когда вошел в этот дом, в эту виллу цветущую, увидел огромнейший бассейн, я понял, что да, вот здесь можно сделать, ну, красивую картинку прежде всего, потому что во время голодания там не только там надо, чтобы зритель видел страдающую, ужасающую физиономию, но и красивую картинку, как бы, чтобы перемежать информацию с красотой. Вот. И дал добро, все обрадовались, и началось голодание. То есть приехала со мной еще моя жена Инна. Мы решили, что она проголодает 14 дней. Это первое ее голодание было в жизни. А Славик, он будет голодать 42 дня. 40-42 дня, но на воде. И Инна тоже на воде? Или он на воде? Инна тоже на воде. Ну, хотя, как бы, я знаю, что она бы спокойно могла проголодать там, ну, 7 дней без воды, да, в сухую, потому что, ну, в принципе, любой человек там может проголодать, там, имея при себе запас какой-то воли и целеустремленности, смело может проголодать 10 дней без воды. И это надо было доказать, не только на словах, но и показать. Что меня еще вот удивило, когда мы начали разговаривать с англичанами, там было... А были эксперты какие-то, да? Да, непременно были привлечены эксперты по медицине, по официальной медицине. Это было три женщины. Одна из них самая известная в Андалусии. Ну, как выдающийся медик. То есть человек, знающий, можно сказать, официальную медицину там досконально. Молодая, красивая женщина, но полный скептик в отношении голодания. Она была уверена и убеждена в том, что человек без воды может проголодать только 3 дня, и на 4-й день человек начнет умирать.
Ну и, соответственно, и вся официальная медицина. То есть они обладали такой информацией, что меня вообще как бы поразило. И что больше 14 дней человек не может проголодать вообще, то есть на воде. Мне, конечно, то, что меня это удивило, это было как бы искренне и где-то даже приятно, что так... Это же здорово. Сейчас как раз вот сам Бог велел как бы рассказать о том, о возможностях человеческого организма, что человек там попав в какие-то экстремальные ситуации, что он может выжить там без вреда для своего здоровья и продлить свою жизнь там, ну там 2 месяца без пищи. Это реально. Плюс вот. Еще помимо этого быстро восстановиться потом. Да, естественно, быстро восстановиться потом. Это тоже очень такая существенная информация по восстановлению. Потому что, как правило, все считают, что человек, который там проголодал 40 дней, он должен восстанавливаться там ну, где-то полгода. Потому что это колоссальный стресс для организма, и как сказать, организм долго вычухивается после этого стресса. Сколько времени у вас ушло? У меня ушло, ну, у нас со Славиком после 40-дневного голодания на восстановление ушло 30 дней. То есть даже, ну, сказать так, 33-34 дня мы полностью восстановили потерянный вес. Как это в цифрах по весу? В цифрах по весу, значит, до голодания весил 87 килограммов, а после голодания 60. То есть за время 43-дневного голодания я потерял 27 килограмм веса, но при выходе из голодания уже на 34-й день я набрал 26 килограмм веса. То есть фактически восстановил вес исходный? Да, то есть за месяц я восстановил 26 килограммов чистой мышечной массы. При том, что это было питание, там не были подключены какие-то белки, там животного происхождения, что следовало было доказать. Для скептиков от медицины. Да. Ну как бы начну, вот Андрей пришел как раз. Тебе будет интересно, как бы начну продолжать вот эту мысль о том, что собралась команда скептиков, да? 3 человека от медицины, которые не верили в нетрадиционную медицину, но прежде всего они не хотели верить в это. И съемочная группа англичане, которые тоже. Я со всеми разговаривал, которые никогда не слышали, чтобы человек смог проголодать там даже там, 20 дней на воде. И не верили в это, и никто даже не читал о голодании. Вот у нас как бы там в России, на Украине, слава богу, хватает литературы там по голоданию, то есть люди больше осведомлены в этом плане. А тут полный скептицизм. Информация и 100% скептицизм. Да. Ну и начали задавать первая такая пресс-конференция. То есть действительно BBC снимает очень круто, можно сказать, там съемочный процесс мне очень понравился. То есть их подход скрупулезный. Тут же взяли анализы крови в первый день голодания. Ну и типа потирая руки, ну сейчас типа посмотрим, что будет там на 4-й день там сухого голодания. Значит, началась пресс-конференция, где я объяснил, ради чего я это делаю. Это очень важно. Но прежде всего, 4 были причины, почему мы голодаем. И первая причина – это очень важная, на мой взгляд, причина, то есть ради чего я согласился на этот проект. Значит, сейчас просто все знают, что
много землетрясений, там, кораблекрушения, авиакатастрофы, теракты. Человек попадает в такие условия, где он завален там, небоскребом в каком-то подвале или в пещере, или попадает на необитаемый остров, где нет воды. И пока прибывает спасательная группа, спасательный отряд, таких людей, которые не знают о том, что человек может выжить без воды, там, 10 дней, там, 2 недели без воды, такие люди погибают на третий, на четвертый день. То есть их убивает энергия страха. Их убивает неверие. И в итоге, что их убивает просто незнание. Да, их убивает незнание. Или же, опять же, если есть даже вода, то я глубоко убежден в том, что любой человек, там даже взять божьих одуванчиков, там, бабушек, там, людей старческого возраста, любой человек может прожить без вреда для своего здоровья 40 дней без воды. Без еды. То есть без еды, да, правильно. Без еды. На воде. Если поднапрячься, то можно смело там, протянуть 60 дней. И это следовало было доказать, чтобы вселить в тех людей, которые посмотрят этот фильм, вселить через знание, через этот фильм веру в то, что ну, о возможностях человеческого организма. Второе, почему человек должен голодать, это я опять же глубоко убежден в том, что человек, который заболел там смертельным заболеванием, да, там, ну, будем говорить, такие заболевания, как рак, как СПИД, и люди, от которых отказалась официальная медицина, что они всегда имеют шанс самоисцелиться путем голодания. Потому что голодание — это не только там. Очищение. Да, не просто очищение, это самоисцеление. Потому что наш организм, человеческое тело, это настолько мощная, саморегуляторная и самоисцеляющаяся система. Если создать вот такие вот условия для самоисцеления, ну это вот лучше. У него не останется выхода. Да, то он начинает самоисцеляться и. Готис. Я знаю, что ты скажешь, вот, потому что ты уже нам говорил. Но для зрителя, в чем там фишка вот, в самоисцелении? Я имею в виду вот, то, что ты рассказывал о микротурбулентности клетки, о повышении интенсивности и частоты. Да, здесь вот, конечно, здесь, Андрей, много фишек, потому что вот первая фишка – это когда организм переключается на внутреннее питание, на эндогенное питание, то идет как бы в этот же момент идет самопожирание здоровой клеткой больное тело. То есть идет пожирание опухолей, патологических разных, не только материальных субстанций, но и идет как бы выдавливание тонких негативных энергетических субстанций. Повышается вибрационный уровень клетки за счет того, что клетка очищается, она вибрирует, она принимает вибрации, самоисцеляющие вибрации космоса и нашей Вселенной, там, солнечной энергии, энергии воздуха. И чистится интенсивно межклеточное пространство, и человек избавляется от так называемой жидкости, от тяжелых радикальных негативных элементов. И внутриклеточное пространство тоже чистится? Да, внутриклеточное пространство чистится
Ведь проблемы часто с вирусными заболеваниями именно в том состоят, что они внутри клетки сидят, и для того, чтобы их возбудители уничтожать, нужно уничтожать клетки. Вот. А здесь получается, что система сама начинает внутри клетки тоже очищаться, оздоравливаться, отстраиваться и разрушать вот те негативные, допустим, вирусы, которые, давить заразу, которая внутри клетки. Вот еще вот по поводу этого чуть-чуть, если скажешь. Значит, такой вирус, как вирус СПИДа, я не знаю, вот у меня есть как бы такая внутренняя уверенность, убежденность в том, что, допустим, 12-дневное сухое голодание, оно убьет вирус СПИДа, да, потому что в самой внутри клетки начинает вот это радикальное отличие от голодания без воды. Допустим, на сухом голодании повышается настолько вибрационный уровень клетки в самом ядре, что вот начинает гореть любая зараза, как ты говоришь, за счет повышения вот вибраций и за счет повышения турбулентности. Поэтому то, что ты когда-то рассказывал, что тело не чувствует кипятка за счет того, что внутренняя турбулентность клетки такая же или даже выше, чем то, что возникает, когда повышается очень сильно температура. Да, потому что клетка может раскрутиться на такие вибрации, там, которые там, свыше 100 градусов. Если я после 54-дневного голодания я не ощущал на себе ожогов от кипятка, то, следовательно, клетка раскручивалась на такой уровень, где турбулентность была выше, чем 100 градусов. Так как мы знаем, что кипяток это 100 градусов, то, соответственно, если попадает какая-то зараза там, в клетку, там, в плане там, гриппа, там, инфекции, вирусы, да, герпес, то есть температура повышается там, до 42 градусов, чтобы уничтожить эти вирусы. Я не знаю, на какой частоте работает вирус СПИДа. В любом случае дезинфицирует это нагреванием. И если динамика внутренняя выше, чем динамика кипятка при температуре 100 градусов, я думаю, это радикально. Интересно еще то, что, допустим, мы знаем, что такое заболевание, да? Заболевание – это не присущие человеческой системе нарушения не только на физическом уровне, но и на тонком плане, на энергетическом уровне. Это те заболевания, прежде всего, это наши грехи, это неправильные поступки, это неправильное питание, зашлаковка. То есть неправильное питание, то есть мы где-то поддаемся чревоугодию, там, своим слабостям, на которые нас искушают те сущности из антимиров, которые питаются энергией страдания человека. Допустим, это мое личное мнение, я убежден в том, что для Господа, который нас создал, который создал этот прекрасный мир, для него самое главное, чтобы человек, человечество или все живые сущности, там птицы, рыбы, там животные, цветы, деревья, чтобы вот те детища природы, и мы в том числе, излучали энергию радости, любви, энергию счастья. Заболевание это негативная энергия, которой питаются сущности из антимиров, которые, в отличие от Господа, они питаются энергией страдания. И когда болит там тело, когда болит душа, когда болит душа, это, я считаю, это хорошо, потому что человек осознает какие-то проявления того, что он делал не так. Но когда болит тело, это первый знак того, что уже делал что-то не то. И да. И прежде всего, как правило,
я сам подвластен такому, как бы, греху, как чревоугодие. Искушение. Да, это классное, очень приятное искушение. Но я как бы не ратую никогда. Я не ратую за то, чтобы быть каким-то там фанатом, там, в плане там всю жизнь сидеть на диете, но, допустим, если даже взять тех людей, которые постятся, там, соблюдают православные посты, то есть путем, как бы, воздержания, путем страдания, да, в какой-то степени, человек очищается не только физически, но и духовно. Если человек начинает голодать, то вот эти сущности, демонические сущности, которые перешли даже на тонкий план при хронических заболеваниях. Хронические заболевания – это уже с физического плана, где забиты меридианы, каналы, созидающие и душу, и тело. Они уже, ну, как бы, переходят на тонкий план, и уже на тонком плане начинает питаться энергией страдания. Там заболел, а он там кайфанул, там принял какую-то порцию дозы там гаваха, там вот этой энергии, и ему классно. Вот. Или там, когда позлорадствовал, это тоже болезнь, это тоже внутри физического тела. Злорадствие, там, зависть, там, ревность и так далее. Вот благодаря голоданию все эти негативы путем очищения клеток, путем очищения межклеточного пространства, следовательно, путем очищения внутренних органов, там, печени, поджелудочной железы, там, почек, надпочечников, гипофиза, желез внутренней секреции. То есть это все, как бы, такая вот постепенная идет очистка. Выглаживание всякой ерунды. В конце голодания, особенно последняя неделя, чистится нервная система. И, соответственно, когда чистится нервная система, почему нужно голодать 40 дней? Потому что вот эти все этапы, которые я назвал, это вот такая последовательность очищения происходит. Потом начинают чиститься суставы где-то на третью неделю. Но об этом всем я рассказывал, это, как бы, в таком коротком интервью это все не расскажешь. Это, в принципе, отдельный разговор. Но для организма достаточно 40 дней, чтобы организм, не только физическое тело полностью очистилось, но и тонкое тело. И поэтому вторая причина, почему человек, проголодавший там 40 дней, он может исцелиться. И, как бы, медицина, которая отказалась от человека, она убедится в том, что она бессильна перед Господом, перед природой, которая протягивает нам руку самоисцеления. Но просто надо протянуть вот эту руку навстречу, и ты исцелишься. То есть любой человек, проголодал там 40 дней, он обязательно избавится от всех букетов заболевания, физического и психического, если так можно назвать. Если вернуться к нашим скептикам и вот тому мероприятию, ты рассказывал, что в процессе сухого голодания у тебя был определенный период, наиболее критичный. Можно остановиться на вот этом моменте? Да, если вернуться к скептикам, то получилась довольно такая интересная картинка. Я просто читал эту картину в глазах скептиков, вот это, медиков. На четвертый день сухого голодания все приходят, там съемочная группа, и смотрят, и удивлены, что я еще жив. Потом раз так, на пятый день приходят, опять жив. Взяли анализы крови, полный развернутый анализ, посмотрели, ну ничего себе. Анализы не то что нормальные, а супер просто анализы. При том, что уровень глюкозы очень высокий. Значит, где-то после седьмого дня сухого голодания начался кризис. Тот кризис, о котором ты спрашивал. Но я знал уже по предыдущим голоданиям сухим, что это произойдет. Я об этом рассказывал медикам, чтобы они не пугались моего внешнего вида.
моей слабости, что я не умираю, это кризис, кризис очищения. И, как показала уже статистика, там собственное наблюдение, там, если до 7 дней ты голодаешь, это один день голодания, это как 3 дня на воде, хотя это принципиально другое голодание, то после 7 дня голодания, там, 8 день голодания, это как 4 дня без воды, 9 день, один день как за 5 идет, 10, один день как за неделю, ну и так далее. То есть, и вот каждый день после 7 дня голодания, он настолько, настолько ощутимый, ну, в плане духовного потенциала. Но когда ты четко знаешь, что это правильно, что ты не умрешь, что организм чистится, и ты вот эту информацию, этот кризис, этот негатив воспринимаешь как суперпозитив, то это придает такие внутренние силы, такие духовные силы и такую радость, которая исходит изнутри, что вот приходили вот эти три женщины по медицине, ну, съемочная группа там смотрит на меня и говорят: слушай, изнутри глаз вот такая радость, ты внешне ты просто там чуть ли не ползаешь, ну, потому что да, скелет уже там, ну, как живой труп. Особенно на 10-й день голодания. Мне потом рассказывали, когда я уже начал пить воду, что уже все перепугались, думали, ну все, это живой труп. Это обтянутое лицо кожей, такого бледного цвета. Но светлые, ясные, горящие глаза. То есть изнутри видно жизнь и радость, а тело... Это, да, это, тело это просто кошмар, что можно напугаться. Но я тоже смотрел на себя в зеркало, так, пугался. Пусть я сам боюсь, да? В это время классно делать фотографии и размножать там, ну, можно даже хорошо на этом заработать. Там те дети непослушные, которые лезут ночью там в холодильник, то есть вешать эти фотографии, чтобы дети не залазили, не воровали еду нездоровую. Вот. Но еще вот этот кризис, который я действительно тяжело переносил. А почему он ворвался? Ну, колоссальная слабость, там, не можешь поднять руку, ногу, там, перевернуться на кровати. Но и для меня, прежде всего, это отсутствие сна. Вот. Начиная с 7 дня голодания сухого, я потерял сон полностью. И... Ты потерял сон, но организм вообще-то поспать не отказался бы, типа. Да. Организм, каждая клеточка жаждала этого, чтобы я поспал. Но чувствую, так вот ложусь, уснуть не могу. Ворочаешься, растягивается время просто до бесконечности. И я ощущал, что ну, такие вот какие-то внутренние страдания, мучения. Но вот когда ты понимаешь, что эти страдания, там чисто даже не физиологические, а психические страдания, что это идет очищение, и это, я еще раз повторюсь, это очень важно знать. Это идет самоисцеление души, это идет такая, как бы так сказать, восточным термином, это такое идет сжигание кармы колоссальное, что для того, чтобы там сжечь негативную карму, там понадобится такая отработка, там, можно, я не знаю, может даже целую жизнь понадобится потратить на то, чтобы там сжечь карму. Сжечь карму такого же, в таком же объеме. Если, допустим, карма сожжена, то идет наработка какого-то духовного потенциала. И неспроста человек, это вот третье условие, почему человек должен, ну, хотя бы раз в жизни проголодать там 40 дней. Ну, если он хочет, если он поверит в это. Это начинают после 40 дней голодания
начинают материализоваться желания, которые исходят из глубины души и от чистого сердца. Извини, а можно ли сказать, что после 40 дней естественным образом человек приходит, к, вот если карма сжигается, да, то естественным образом человек приходит к необходимости реализовывать свою дхарму, свой, ну, вот такой долг по жизни, свою изначально природную естественную функцию, и соответственно этой функции и его желания, его намерения, да, вот, которые в нем в глубине есть, они начинают реализовываться. Да, Андрей, вот ты прав, потому что это механизм, да, механизм похожий. Да, это так и есть, потому что когда человек, ну, другими словами, ты хочешь сказать, что в это время проголодал в 40 дней, человек, он может прочувствовать свою миссию, да, в этой жизни. Да. То есть то, к чему как бы стремится его душа, да, ради чего он на этой земле. Это несомненно так, и я глубоко в этом тоже убежден. Потому что вот наши желания зачастую, они провоцируемы разумом. Не сердцем, а именно разумом. Там. То есть корыстные какие-то желания, там, ну, там, заработать кучу денег, там, чтобы потратить их в казино, к примеру. Не... Ну и так далее, да? Да, даже не в казино. Вот. Но это все как бы болезнь тела и болезнь души. Когда человек не слышит своего внутреннего голоса. То есть голодание длительное добывает из человека внутренний голос и делает его слышимым и ощущаемым. Да. У нас немножко со временем. Ой, да, уже. Давай тогда расскажи, пожалуйста, тогда сейчас вот о, скажем так, всей процедуре, вот как оно проходило, как оно прошло, чисто внешне, потому что по сути, по каким-то глубоким вещам. Я считаю, что ты сказал уже немало, и народ, который будет смотреть это кино, он еще будет не раз его пересматривать, переслушивать внимательно, вот, делать выводы. А сейчас просто давай мы расскажем о том, ну вот вообще, как это все прошло быстро, да, вкратце. Вот, и, наверное, вопрос останется открытым, потому что серия очень интересная, и информация у тебя немеренная, и мы можем просить тебя, да, о том, чтобы, да, ты каких-то более детальные, более глубокие сведения вот по пунктам потом рассказывал в дальнейших материалах. Это реально? Да, конечно, реально. Да, я с удовольствием, потому что в какой-то степени я тоже чувствую, что я должен передать то, ради чего все это было. То есть BBC сделает фильм, безусловно, но это будет фильм BBC, и в данном случае те материалы, которые мы хотели бы выпустить, это не столько материалы посмотреть, сколько материалы внимательно послушать, пересмотреть, переслушать, сделать выводы, почерпнуть какую-то информацию. Поэтому вот, да, поэтому вот такой вот формат банального интервью, он кажется наиболее подходящим, чтобы не отвлекать от сути людей. Вот. Так что давай. Ну, если, допустим, вкратце, значит, кризис закончился на 10-й день голодания сухого. 11-й, 12-й, когда я первый раз уснул, я проспал где-то часов 16 и почувствовал такой прилив сил, прилив энергии. То есть я почувствовал уже законченный этап очищения физического и тонкого тела. Я тут же сказал, что сегодня надо, на 11-й день сухого голодания, надо пойти в баню, в парилку, попариться, что их тоже убило просто. Наповал, да. И тут же там со мной отправили врача. Наблюдателя. Да, наблюдателя, чтобы там не загнулся, боже упаси. Ну, как бы пропарился, 12-й день сухого голодания, ну и выход решили делать в горах, питаясь
там родниковой водой. Это красиво, это, ну, прежде всего, да, чистая родниковая вода, новорожденная из пещеры. Это тоже очень длинная история, но когда я начал, если так вкратце, я начал выходить на воде, за неделю питья, я об этом тоже говорил, и никто не верил. Там, за неделю питья я не то что начал, продолжал терять вес, да, я набрал 5 килограммов веса. Да, мышечной массы. Восполнили недостаток влаги и развернулись. Там даже порозовел, как поросенок молочный. Да, ну и так. Затем я решил через 10 дней выхода на воде еще проголодать неделю на сухую. Но тут же, ну и об этом я поделился с официальной медициной там. С доктором Лурдес, звали эту женщину, которая светила в Андалусии. И проголодав 3 дня на воде, она, когда узнала, что я голодаю, она сказала: все, закрывается съемочный процесс, все, конец, как бы... 3 дня на сухую ты хотел? Да, 3 дня я на сухую проголодал уже, то есть это уже 15 дней было сухого голодания. Но хотел еще как бы дотянуть там до 7 дней, так как изначально решил 21 день на сухую проголодать, то их это так убило, и она так перепугалась, говорит: все, как бы, Голтис, нельзя голодать на сухую, потому что уже как бы все, уже как бы, ну... Их резервы закончились. Да, я говорю: так вы ж убедились, что я проголодал 12 дней на сухую, то для меня 7 дней сейчас это намного будет легче и проще, тем более после того, как организм уже очистился. Они говорят: нет, ну, мы тебя очень просим там. Чтобы не закрывать проект. Да, чтобы мы не переживали, но я понял, что надо спрыгнуть с этого дела. Ну, так продолжил уже голодание с ребятами. Воспринять как рекомендацию со стороны мира, так что, ну, так значит так. И уже под конец 43-дневного голодания я еще 2 дня на сухую проголодал. Скрыл об этом. Да. Потом меня долго мучили, говорят: почему ты не сказал, что последние еще 2 дня ты на сухую голодал? Говорю: ребята, ну я ж как бы не для вас голодаю, я голодаю для людей прежде всего. Вы мне и так не дали, и сейчас бы вообще... Ну и все говорят: ну сейчас как бы организм... Вот что тоже интересно, вот интересная информация по выходу из голодания. При выходе из голодания я применил вот свою авторскую методику исцеляющего импульса. То есть, активизируя ферментативно-гормональные центры, любой человек, правильно их активизируя и не перегружая, там, придерживаясь так называемого принципа суперкомпенсации, супернаполнения микроэлементами, резервов человеческого организма, любой человек может восстановиться после 42-дневного голодания за месяц, за 40 дней. Полностью восстановить тело, при том, что восстановить тело в новой ипостаси, чистое, здоровое, ну, младенческое тело. То есть наполнить клетку строительным материалом, микроэлементами, аминокислотами, наполнить то межклеточное пространство, которое очищено чистой, здоровой энергией, здоровой влагой, созидающей влагой. И опять же, все скептики в шоке. Правда, и Славик, тот, который даже со мной голодал, он до этого 42 дня голодал, ну, где-то 2 года назад. И он восстанавливался, при том, что он культурист, он восстанавливался где-то 8 месяцев после голодания. Ну и когда я сказал, что давай будем восстанавливаться по вот такой методике, он обрадовался и полностью отдался вот этой вот информации, доверился. И
за 34 дня выхода мы полностью восстановили там, потерянный вес. Он восстановил 26 килограмм, я 27. Чистой мышечной массы. То есть получается, что не чисто просто свойства твоего вот организма, выдающиеся там какие-то или еще что-то, а именно это говорит о том, что имеет место быть тенденция, то есть методика работы. Да, естественно. Вот поэтому мне очень важно было, чтобы кто-то еще. Да, чтобы кто-то еще. И все там, конечно, были в шоке. Потому что ожидали анемию, ожидали там, что все, что угодно, но только не такое восстановление. Да там вообще, Андрей, там такие интересные вещи происходили. Там же пригласили из Лондона выдающегося ведущего, которого знают вся Англия. И, значит, пригласили еще врачей из Англии, пригласили врачей нетрадиционников, нетрадиционной медицины. И там за огромным таким круглым столом такая вот дискуссия произошла. То есть нас не показывали. Подожди, это интересно. И это интересно, я не уверен, что там сейчас все пишут нормально. Надо пойти посмотреть. Сейчас. Слушай, Андрей, мне надо бежать. Давай, давай мы встретимся действительно. Как бы, сделаем, может. Это как бы такая пробная. Хорошо. Пробное интервью. Мы как бы сделаем так. Сделаем такой фильм, чтобы, я уже понял, чтобы я успел за 40 минут, то есть повторим все это интервью. Хорошо. Чтобы я за 40 минут, как бы, не вдаваясь в подробности, сделал общее, как бы.